Голограмма у нее есть. Есть голограмма, хорошо. Она отдельно стоит? Или в ней? В ней. Хорошо, защищаемый физически биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Ариэлу Марину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Ариэлы Марины поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. На месте. Хорошо, мы приветствуем Ариэлу, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Накивает. Отправляя голограммы в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. И я даю команду. На счет 3 сканер начинает сканировать пространство над головой Ариэлы, под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Ариэлы Марины. Находит все. У нее инкуб. Инкуб. Синий дракон. Его голограмма. Синий рептилоид дракон. И Грей. Рептилоид и Грей. Сколько Греев? 2 Грея. Хорошо. Так, объявляя программу, вы присутствуете на чистке. Сейчас начнется реверс энергии. Темной к вам. Потом мы заберем все светлые энергии. После этого я проведу рассинхронизацию. Сожгу все каналы. Потом пройдет проверка 2 миллионами герц. Если кто-то что-то забудет в биополе, когда я скажу вытащить все из биополя, то он просто по каналу сгорит в клетке-тюрьме. Все, кто проходит проверку и отвечает на мои вопросы, уходят первый раз на свою чистоту. Всем понятно? Да, всем. Хорошо. Переходим сразу тогда к реверсу энергии. И я даю команду тонкой копии Ариэлы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Выстраиваются каналы, сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Ариэле, энергию страха, энергию неуверенности, энергии всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Итак, инкуб, как долго ты находился в этом биополе? 5 лет. Хорошо, считай цифру синего дракона. 32-18. 32-18. Хорошо, синий дракон. Как долго ты находился в этом биополе со своими платами? 8 лет. 8 лет. Он ее называет кормушка. А почему? Объясни. У него получается плата, как вокруг нее оболочка. Это и значит его голограмма была, да? Да. И выстраивая к оболочке еще один канал, отрела, 1, 2, 3. И возвращая через оболочку весь негатив, который она получила от него. Пошли потоки. Хорошо, переходим к рептилоиду. Рептилоид, как долго ты с Греями находился в этом биополе? Находился и нахожусь. Он показывает в голове, у нее устройство. И он через нее своими глазами смотрит. Как она это ощущает на своем уровне, на земле? Как она чувствует, что ты через ее глаза смотришь? Какой дискомфорт она испытывает от вашего присутствия с Греем? Говорит, она считает себя умной. Мысли, а ты? А что ты ей даешь? Какие мысли? Что ты внушал? Не внушал. Подкидываю идеи. Хорошо. Какие? Смотрю. Ты подкидывал идеи. Из этих идей есть какие-то плодотворные идеи? Или это идеи, которые направлены на то, чтобы она просто теряла энергию, которую ты можешь собирать? Смотрю, что вы считаете плодотворным. Плодотворное – это же когда ей приходит идея, она ее воплощает в жизнь, зарабатывает какие-то материальные средства, получает огромное моральное удовольствие. И материально. Вот это считается плодотворным. Неплодотворным, когда приходит идея, человек делает какую-то, роет яму, а потом в этой яме сам и остается, потому что не может вылезти назад, и непонятно, зачем он ее рыл вообще. Но потратил кучу энергии, которая эти годы кормила всех сущностей. Мой ответ понятен? Да. Хорошо. Итак, какие идеи ты подкидывал? Чтобы правильно ответить. Были разные. Что-то среднее между первым и вторым. То есть наполовину все получалось у нее, да? А половину ты забирала. Плодотворные для меня. Плодотворные для тебя, но не для нее. Я это хотел услышать. Сколько ты оставалась? Как великодушно с твоей стороны. Итак, сколько ты находился с Греями в ее биополе? 7 лет. Ну, все тут, я смотрю, такие долгожители. А кто у нас там? Неужели только 4 канала? И никого из низковибрационных, кроме инкуба? А ну, посмотри, Верочка. Может, кто-то мимикрирует? Нет, никого нет, но идет информация, где-то есть джин.
Где-то есть. Где-то рядом с ней. Внутри нет. В ее телах. Но это только дома может быть джин, если рядом с ней. Если она любит такие блестящие золотые вещи и подушечки всякие такие, вот, то это его любимая среда. Значит, если рядом с ней, он может из дому подсасывать этой энергии. Хорошо, мы проверить сейчас не можем. Будем работать дальше. Как у нас с реверсом? Мы отдали им темную энергию. Это, скорее всего, какой-то рабочий момент, там, где джин. Не в доме. Там она не одна. Там, где она не одна зарабатывает. Там, где она не одна, ну, значит, ну, может быть, офис или бюро, или такого плана что-то. Хорошо. Он питается от всех. Ну, если захотят люди избавиться, пусть обращаются, мы почистим их бюро. И будут спокойно работать. Иначе все будут просто тупо гоняться за деньгами, будут приходить идеи, сделать какой-то бизнес, инвестировать. Люди будут время, а по концовке только джин получит эту энергию. Вот чем опасен джин. Он подкидывает идеи, которые заставляют человека делать необдуманные попытки именно зарабатывать какие-то материальные средства. Хорошо. Ревер закончился, Вера? Да. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Ариэла забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Ариэла себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Выстраивает канал от Ариэлы к этой голограмме и забираю, если в ней находятся частички души, любой биоматериал, ДНК, все назад по праву забираем. Пошли потоки. Что возвращается? Ее энергия возвращается. Из голограммы идет? Из голограммы идет. Хорошо. Энергия ее. И от рептилоидов идет информация, что как раз они наоборот. То есть они не как джин. Да. Материально их не интересовало. Их интересовали люди. Люди, за которыми они наблюдали через нее. Понятно. Разные люди. То есть вы использовали как наблюдательную такую возможность других людей. Поэтому ты через глаза ее смотрел, да? Да. Объясни мне, как это отражалось, когда, допустим, ты нашел для своего эксперимента, через ее глаза видишь какого-то человека, который тебе подходит по энергиям. Твои дальнейшие действия. Они копируют человека. На ней он учился копировать. И ее ответы на разные ситуации. Движение рук. Как ваш эксперимент называется, которым вы занимались? Все-таки 7 лет – это долгий срок, рептилоид. Сбор информации. И? Функции головного мозга, их реакция и мышление. То есть ответы и реакции. Понятно. Хорошо. Благодарю за ответ. Для дальнейших построений. Новый гибрид. Да, вы хотите... Людей. Максимально похожих на людей. Понятно. Вы копируете, вы хотите скопировать, сделать гибрид какой-то между рептилоидом и человеком, я полагаю. Для этого вам нужно знать все повадки человека и реакции его на какие-то действия. Это не гибрид. В прямом смысле это не скрещивание. Это ресурс для жизни наших особей на Земле. А, вот как, конечно. Среди человечества. У вас же много, да, конечно, я знаю, на Земле находится много представителей рептилоидной расы, которые вы с ними общаетесь и помогаете им. Это так, да? Это смотря как ты это понимаешь, представляешь. Мы общаемся с определенными человеческими особями. Также есть наши представители в человеческом образе. Это две разные формы общения. И присутствие посредственно на Земле и через человеческие особи. Понятно. Хорошо. Ну, вы хорошо на Земле закрепились. Я смотрю, вы здесь очень тесно коммуницируете. Многие ресурсы позволяют нам уменьшить наши проблемы. Хорошо, если бы это только без последствий для людей было, и вы не тормозили их развитие такими методами, то я, в принципе, может быть, даже и не возражал против ваших экспериментов. Но иногда вы переборщаете, иногда вы собираете больше 80% энергии. Я встречал и такие, они были наказаны. Энергия – это ресурс, который нам необходим. Хорошо, скажи мне, рептилоид, неужели ты не в состоянии эту... За какой энергией конкретно ты гоняешься? Энергией жизни?
Или это энергия глобальная, космическая? Ты не понимаешь, любая энергия подлежит переработке. Понятно. Дальнейшему использованию в наших целях. Вот. Значит, ты тогда, если я правильно понимаю, собираешь эту энергию, отправляешь ее в централизированное какое-то место, правильно? Правильно. Так же, как и другие. Как и другие ресурсы. Как и другие ресурсы. Темные цивилизации этим занимаются. Мы знаем, куда это идет. Вся энергия. Вы можете догадываться. Ну почему ты думаешь, что мы до такой степени не развиты? Хочешь, я тебе сейчас монитор поставлю, мы посмотрим с тобой вместе, куда идет эта энергия. Хочешь? Нет. Поэтому никогда не говори то, что ты не знаешь. У нас очень высокий уровень допуска. Если я говорю, что я об этом знаю, значит, я об этом знаю. Что я с этой информацией делаю, это второе дело. Но я умею держать тайны. Хорошо, как у нас с реверсом? Закончен. Отлично, хорошо. Значит, у нас реверс закончен. Начнем тогда с инкуба. Инкуб, давай, выходи, снимай все, что ты оставил в ее биополе, без глупости, и возвращайся назад в клетку-тюрьму, докладывая мне о готовности к проверке. Приступай. Скажи мне, рептилоид, еще один вопрос. А почему вы так аллергично реагируете на веды, на одну определенную главу? Мы встречались уже с такой ситуацией. Я пытался одному рептилоиду показать веды, но он очень, ему это не понравилось. Она почему? Живая. Вот как. Но она живая для тех, кто понимает ее смысл, правильно? Только так. Много таких людей на Земле, которые понимают смысл и тем самым опасны для вас? Мало. Хорошо. Даже если понимает смысл, он не может ничего сделать. Он не может запустить. Ваше развитие намного... Отстает от вашего? Да, слабее. Скажи, а насколько мы отстаем, по твоему мнению, от вашей цивилизации, рептилоидов? Вы потеряли свою силу. Ну, мы же ее не вчера потеряли. Уже, наверное, какое-то время прошло, правильно? Вы используете эти слабые места человечества, конечно. Вы деградировали. Мы деградировали, это верно. Если посмотреть, как у нас здесь развиваются события на Земле, конечно, да. Так насколько мы отстаем от вас, рептилоид? Мне трудно сказать. Ну, в поколениях скажи. Вот сколько поколений на Земле должно... Очень тонкая грань. Если ты спрашиваешь про технологии... Про технологии. Давай с технологий начнем. Именно по развитию. Ну, по технологиям, если вы можете прилетать к нам, а мы к вам не можем, то вы, безусловно, развите нас. Правильно? Я не могу ответить на это. Ладно, хорошо, оставим его. Давай ждем, пока инкуб все снимет. Вера, считай цифры. Если у вас будут условия для развития, которые не будут отвлекать вас от повседневной суеты, вы разовьетесь очень быстро. Хорошо. Заняты другим, поэтому деградируйте. Мы действительно заняты другим, войной между собой. Скажи, у вас бывают войны? Не только. Нет, а чем еще? Дай пример. Такие глупые вещи, как выбор одежды, например. Действительно, я никогда об этом работа. Не думал. Работа. Угу. Физическая. Физическая работа. Утомление, зарабатывание бумажек и трата их. Подмена ценностей. Красивые вещи. Понятно, это называется подмена ценностей, правильно? Суета. Да, это все. Вы суетитесь, как муравьи. Но если каждый остановится и подумает, что он делает и для чего, вы будете очень сильны. Никто не сможет вас сломить, если вы все будете вместе и правильно осознавать и думать. Вы продвинетесь, не только вы, планета в целом. Благодарю за эту исчерпывающую информацию. Хорошо, Вера, как у нас с инкубом? Посмотри, пожалуйста. Инкуб снял все. Хорошо, я обращаюсь к синему дракону. Синий дракон, выходи, вытаскивай все платы, отключай все, возвращайся в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Приступай. Верочка, считай цифру рептилоида над головой. 326.
326. Ну, ты, в принципе, в человеческих годах не такой старый. Ты где-то мой ровесник, где-то 55-60 лет, да? Рептилоид. Я могу подстроиться под любой возраст. То есть у тебя есть возможность подключиться к вашим банкам данных, где ты можешь считать эту информацию, тебе не надо самому проходить этот опыт. Это существует. Я знаю, что... Обучаемся мы быстро. Да, понятно. Я просто удивился, у тебя довольно невысокий уровень, 326. Но ты очень неплохо информирован о событиях. Я встречался с высокими уровнями. С генералами встречался. Да, там стоит какая-то мудрость, но они не такие охотливые на разговоры. Я ученый. Ты ученый, хорошо. Значит, ты тогда являешься вот этим вот... значит, тогда кто из вас главный, ты или Грей? Грей. Понятно, значит, ты тогда... Грей помогает. Они твои ассистенты или ты их? Они мне ассистируют. Понятно, хорошо. Чтобы иметь возможность доступа к нашей информации и технологиям. У нас да. есть договор с Греями. Я знаю, вы тесно работаете с Греями. Никто не нарушает. Но, тем не менее, у Греев есть тоже проблемы, почему они и передвигаются в последнее время втроем из-за гуманоидов. Не так ли? Тебе интересно, спроси у Грея. Да я знаю, что они мне ответят. Я с ними очень часто общаюсь. И Грей меня очень хорошо знает. Грей, вы знаете меня? И Веру? В системе есть. Есть в системе, да. Мы стоим у них в списке врагов темной цивилизации. Хотя я с ними довольно вежливо общаюсь. Враги. Что-что? Не врагов. А кого? Опасности? Нет. Как это? А на какой уж это за список тогда расскажи? Назовем понятным для вас словом осознанных. Интересно, конечно. Вы ведете список осознанных? Их что, так мало? Мало проснуться. Нужно интегрировать. Просыпаются многие. Хорошо. По-другому. Один единственный вопрос я тебе еще хотел задать. Если взять 100% это население Земли, сколько процентов является вот этими осознанными, которые попадают в эти ваши списки? Так, можно поставить вопрос? Что приблизительно? Нет. Почему? Потому что есть кто на Земле, есть тот, кто точно знает, что происходит. Нельзя назвать осознанными. Угу. Или развитыми. Те, кто исполняет, исполнители. Они исполнители, понятно, хорошо. Сложная, конечно, система. Я вижу здесь, ты намного больше знаешь. Все равно в любом случае обмен информацией. Он полезен для обеих сторон. Хорошо. У меня дракон снял платы и вот эту оболочку, которая да. была под ключки, снял. Угу. И все, досталось. Хорошо. Тогда я сейчас обращаюсь к рептилоиду. Дай, пожалуйста, команду Греям. Пусть они выходят, отключают все свои установки, все вытаскивают, проверяют. Аккуратненько вытаскивают и возвращаются назад в клетку. Докладывают о готовности к проверке. В голове установки, они идут вниз такими очень тонкими, как линиями. Да. Копируют они ее через эти линии движения рук, еще раз говорю. Это поворот было... тела. Понял, моторику. Грей, скажите, она ощущала это на физическом плане, какими-то негативными эмоциями или вибрациями, или какими-то чувствами негативными? Но как-то проявлялась эта ваша работа? Вот эти нити по всему телу. И установка в голове. Нити усовершенствованы. Может быть, больше жестикулировала, чтобы закрепить это. Иногда определенные чувства длились дольше, например, обиды или радость. Затяжная была. Другие чувства были затяжные. Все понятно. Чтобы закрепить. Все понятно. Благодарю за ответ. Или же развить ситуацию. Угу. Вы воздействовали на нее через эти нити и могли воздействовать еще на эти ситуации, в которые она попадала. А так как вы знали, с кем вы общаетесь, то есть вы могли конкретно уже активировать ее в определенный момент, а не просто так. А это отражалось
виде чрезмерной жестикуляции. На у нее в голове они снимают то, вот, где глаза как раз. Да. Такое какое-то устройство, оно очень напоминает, как в подводной лодке, когда смотришь. И... Перископ. Как? Перископ. Вот перископ. Такое устройство снимает, через они... которое смотрели, управляли как раз моторикой и чувствами. Хорошо. Скажи, Грей, а могла бы Ариэла сама из себя вывести вот вас и ваши присадки, импланты? Вы ее все-таки знаете больше, чем мы, 8 лет, 7 лет. Или синего дракона вывести? На первой стадии, да. На начальной стадии. Но не тогда, когда вы уже закрепились, да? Когда мы закрепились, нас нужно найти, да, для начала, это... чтобы вывести. Это верно, это верно. И заявить. Осознанное свободу. Намерение и волю, да? И осознанное намерение. Из этого, даже на сегодняшней ситуации. Да. Ты не можешь ничего сделать без воли и излияния души. Даже yeah. если ты находишь нас. Я знаю, в том-то это законы такие. Я знаю, она должна это желание озвучить. Поэтому всегда требуем, чтобы люди осознанно просили только за себя. Нельзя ни за кого просить, там, за члена семьи. Может, ему нравится так жить, может, он не хочет меняться. И, соответственно, мы ничем не можем ему помочь. Мы не имеем права даже выводить интерферентов, потому что это не было осознанного его желания. И у нас были такие уже случаи. К сожалению, вот, потому что люди неосознанно относятся к этой проблеме, а никто никуда не уйдет, пока человек этого не захочет, согласно своей свободной воле. Вот и весь принцип. И мы знаем... Мы сняли все оборудование. Да, хорошо, вы все сняли. Давайте тогда сделаем следующим образом. Сейчас я дам команду на рассинхронизацию энергии Ариэлы с энергией инкуба процентов. Заканчивается автоматически. Готово. Хорошо. Подхожу сейчас к Ариэле, кладу руки на плечи и даю импульс высоковибрационного шока, удара, сжигая все каналы. Значит, 3, 1, 2, 3. Отлетают каналы. Открывается портал в галактическое ядро. Канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Значит, 3, 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. Чисто. Отлично. Хорошо, все прошли проверку. Буду отпускать. Инкуб готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Инкуб уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше не придешь в это биополе. Он ее благодарит, говорит, что ему было интересно с ней. Больше хорошо. Хорошо, благодарю синего дракона. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. И синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, рептилоид Грей, благодарю за информацию, которую вы дали. Буду отпускать вас. Прошу больше не приходить в этот биоробот. Вам понятно? Это закономерность, нам понятно. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки. 1 на частоте рептилоида. 1, 2, 3. 1 на частоте Греев. И Греи, рептилоиды, забирают все, что они с собой принесли, и уходят каждый свой портал на свою частоту. 1, 2, 3. Закрываю оба портала. Опечатываю, растворяю. Хорошо, поехали по частотам. Переходим на частоту лярвы. Если таковые есть, они проявляются красным цветом в ее биополе. Не ляров на сердце. Хорошо, Вера, появляется твой новый инструмент для удаления ляров. Есть. Хорошо, и приступай к работе. Магнит вытянул ляров. Отлично, и скидывай все в галактическое ядро, открывая портал в галактическое ядро, и все лярвы улетают вместе с инструментом на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Быстро выстащил, хорошо. Вот это лярва на сердце, это грузить была. Это что, грусть? Да. Хорошо, понятно. И фантом лярвы выходит, значит, 3, 1, 2, 3. Энергия не
темные проявились, и лярва вышла, фантом тоже. Хорошо, под фантом лярва, открывая портал в галактическое ядро, фантом улетает на переработку, закрывая, печатая, растворяй, и появляется твой специальный магнит для остаточных энергий. 1, 2, 3. И приступая к удалению. Магнит выдает сканер, он над ней и собирает. Много там? Энергия поднимается к нему. Темная, негативная, готова. Хорошо, мне надо скинуть теперь эту энергию. Давай. И открывается портал в галактическое ядро, и вся энергия улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Он улетает вместе с магнитом, потому вместе что он одноразовый. Одноразовый, конечно. Улетел вместе с магнитом. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями, Ариэлла должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Готова. Я говорю вслух, и тонкая копия пусть повторяет за мной. 1, 2, 3. Выходят договора. Вышли. Хорошо, активные контракты, если таковые есть, они подсвечиваются. У нее есть сфера какая-то. Сфера? Да. Это не контракт, да? Контракты есть, но они не действующие. Вот эта сфера, она почему-то ведет меня. Память. Хорошо. Картинки показывают. Хорошо, поставим монитор и посмотри, опиши, откуда эта сфера идет. 1613 год. Хорошо. Это Ирландия. Ирландия, 1613 год, да. Женщина. Да. Она прячется и убегает. Ее ищут. Эту сферу она передает ребенку. Ребенок — это Ариэлла. Прошлая жизнь. А что это за сфера? Для чего она? Это знание. Это знание. А какие знания? Давай сейчас от этой сферы выстроим канал к этой женщине, которая ей передала эту сферу, и на монитор выведем все. 1, 2, 3. Эта женщина проявляется. Мы в 1613 году. Да, она убегает, она дышит тяжело. Хорошо, остановись, услышь меня. Ты меня слышишь, женщина? Слышит. Хорошо, не пугайся меня, я из будущего, 500 лет спустя почти. Я хотел спросить, сейчас у нас находится душа этой девочки, которой ты передашь эту сферу. Эта сфера находится сейчас у нас в комнате диагностики. Объясни мне, что это за сфера, как она влияет на нее, вредна она ей или нет? И зачем ты ей передала это? Ей некому это передать. Она передала первому. Хорошо. Что это? Что она это было? Она сказала, что она придет за этой сферой. Она сейчас у нас, эта сфера. Я не знаю, что с ней делать. Или ее уничтожать, или ее отдать тебе. Ты можешь объяснить ее о содержании этой сферы? Что это? Для чего это? Это знание. Меня ищут как ведьму. Понятно. Знание мироздания, целительство. Ну так может ей оставить эту сферу? Пусть она занимается целительством и мирозданием, законы изучает. Как ты считаешь? Оно ей на пользу пойдет, скажи мне. Оно толкает ее к развитию, к раскрытию. Ну это важно в нашей жизни на Земле. И я не знаю, как тебя зовут. Представься, пожалуйста. Меня зовут Влад. Марта. Марта. Хорошо, Марта, скажи мне, пожалуйста, как нам сейчас с этой ситуацией решить? Эти знания, я понимаю, они для нее безвредны. Они только помогают ей дальше развиваться, правильно? Может, ей оставить эти знания? Они поддерживают ее, но сфера не раскрыта. Это мои собранные знания. Это твои собственные. Тонкую струйку она берет из них. Хорошо. Эта струйка толкает ее к развитию. Марта, так как в этой ситуации поступить? Если это твоя сфера, мы должны ее вернуть тебе. Она сейчас находится в 2021 году. Мы ее чистили от
интерферентов, от всего негативного, от подселенцев, и нашли твою сферу. Я хочу просто понять, как отправьте мне... Отправьте что? Хозяина. Хорошо. И на счет три я даю команду. Это сфера, которая находится, выстраивается канал к Марте 1, 2, 3 в 1613 год и возвращая ей эту сферу по каналу. Нет, стоп. 1616. Просто хозяину, она воплощена. А, все понял. Хорошо. Возвращаете знания хозяину этой сферы по каналу. 1, 2, 3. Сфера уходит. Готово. Отлично. Хорошо. Марта, ты меня еще слышишь? Слышу. Хорошо. Мы вернули тебе то, что тебе принадлежит. Вот. Это не отразится на развитии Ариэлы. Она будет дальше. Толчок был дан. Толчок был дан. Дальше она не сможет остановиться. Отлично. Хорошо. Я тебе желаю всего наилучшего в твоем воплощении, в новом, где ты сейчас находишься. И благодарю тебя за то, что ты сегодня помогла нам решить эту проблему. Да, я благодарю. Я отдала правильному человеку сферу. Абсолютно верно. Получай ее назад и всего тебе хорошего. Отключаемся на счет 3. 1, 2, 3. Убираем монитор. Хорошо. Так, с этим мы решили. У нас зависли сейчас контракты. Ариэла, вы готовы расстаться с этими контрактами и аннулировать их? Готов. Повторяйте за мной. Энергиями. 1, 2, 3. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Нет энергии. Отлично. Открываем воронку в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Пусть тонкая копия Ариэла вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 800. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Ариэлы до числового значения 800 Гц. Пошел подъем. Что не было много счастливых моментов. Но самое счастливое – это знать, кто она. Это дает ей эйфорию определенную. Готовы? Конечно. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Ариэла, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Именно так и чувствует. Эйфории. Родные энергии согрели ее и сделали сильнее. Замечательно. Сейчас у вас еще 10 вопросов остались к куратору. И мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле. И приглашая к нам прийти куратора или учителя Ариэлы Марины. Девушка. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Ариэлы. Меня зовут Влад. Это Вера. Чуть дальше стоит ваша подопечная Ариэла. Мы сегодня проводили ее чистку. И Ариэла выразила желание задать 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? И представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться? Я приветствую здесь всех присутствующих. Приветствую вас. Приветствую, Ариэла. Я куратор, и мое имя Каролина. Каролина. Отлично, благодарю вас, Каролина. Тогда у нас 10 вопросов. Вам отдается право, на какие вопросы отвечать, на какие не отвечать и как отвечать. Тогда я начну с первого вопроса, если вы не возражаете. Начинайте. Благодарю вас. Итак, первый вопрос. Кто я? С какой планеты? Ты арктурианка. Ты сама это знаешь уже. Здесь все понятно. Я перехожу ко второму вопросу, если вы здесь закончили. Слушаю. Какая у меня миссия в служении людям? Какой глобальный вопрос? Ну, вы ее лучше знаете и знаете, что она подразумевала наверняка под этим вопросом. Я ищу правильные слова. Не надо служить людям. С людьми нужно общаться, чтобы обмениваться энергиями, знаниями, добротой. Я понимаю, что в слове служения ты имела в виду помощь. Безусловно. Я не могу тебе ответить на этот вопрос, так как ответ внутри тебя. Только внутри тебя есть силы, способные помогать людям. Не всем,
Но определенные люди доходят до тебя. Так же, как у всех, существуют определенные направления и энергии, которые приводят к тебе определенных людей. Также эти дороги и энергии приводят тебя к определенным людям. Поэтому, чтобы помогать людям внутри себя, внутри тебя должен быть ресурс, который ты понимаешь. Только так ты сможешь помогать людям. Если ты не понимаешь и бросаешься помогать, ты теряешь энергию и получаешь лишь негатив. Вы закончили? Да. Благодарю вас, уважаемая Каролина, за этот развернутый ответ. Третий вопрос. В какой сфере деятельности мое истинное призвание? Нет истинных призваний. Любая сфера деятельности, которая находит отзыв в твоей душе, должна быть попробована, испытана и пройдена. Я с вами абсолютно согласен, уважаемая Каролина. Я 22 работы поменял на Земле, и каждая работа мне доставляла какое-то удовольствие по-своему. Или не опыт. Опыт по-любому. Опыт, во-первых, от общения. Но в конечном итоге весь опыт приводит к определенному образу жизни и багажу, который ты используешь. На практике. Твое развитие. Абсолютно верно. Благодарю вас. Поэтому я и говорила в предыдущем вопросе. С это людьми нужно общаться, а не служить им. Обмен – это когда ты отдаешь и берешь доброту, чувство, позитив. Где ты чувствуешь негатив? Ты должен избегать общения. Верно. Это не твои дороги и направления. У тебя есть внутренний ресурс. Но, как правило, этот ресурс тратится с негативом, в общении с негативом. Да, он просто растворяется при общении. Поэтому выбор за тобой. А еще хуже, когда есть такие люди, которые еще через этот негатив вытаскивают из человека все его энергии, и такие есть. Поэтому если каждый человек чувствует, если ему кто-то неприятен, не надо с ним общаться и давать ему свою энергию. А это именно то, что я... Я помогаю вам просто найти правильные слова. Я вижу то, о чем вы говорите. Мы встречались очень часто с арктурианцами, и мы знаем эту проблему с подбором слов. Никаких проблем у вас отлично получается. Если вы позволите, я перехожу тогда к четвертому вопросу. Позволю. У нас был сегодня случай, когда мы вытащили из нее сферу, которая в 1615 или 16 году, у меня здесь записано, в Ирландии одна женщина передала. И вот здесь она спрашивает, кем я была в прошлой жизни и где жила. Я не знаю, речь идет об этой жизни или, возможно, о предыдущей. Безусловно, вы куратор на эту жизнь, вам надо в архивах посмотреть. Я не пойму, вы спрашиваете про жизнь на Земле? Да, она спрашивает жизнь... Ну, вообще-то вопрос, кем я была в прошлой жизни, где жила. Возможно, у нее было космическое воплощение. Тогда прошлую жизнь, как она есть, так и скажите. Я думала, она жила на Земле последнюю. Жизнь перед жизнью на Земле была на Марсе. Это была ее последняя жизнь. Хорошо. Чем она там занималась? Мне трудно понимать, что такое последняя жизнь. Перед воплощением на Земле душа воплощалась на Марсе. Хорошо, у нас это считается прошлая жизнь, это жизнь перед этой жизнью. Обычно почему-то на 98% люди уверены, они жили на Земле. Начните, пожалуйста, вопрос. Хорошо. Кем я была в прошлой жизни и где жила? Была душой с Арктура, жила на Марсе. Ну вот, все правильно, вы и ответили. Если бы она еще спросила, чем занималась, тогда бы вы могли сказать, чем бы она занималась, правильно? Мне трудно, вы прыгаете с вопроса на вопрос. Задайте, пожалуйста, правильный вопрос. Хорошо, давайте я переформулирую этот вопрос, чтобы он был понятен. Последнее воплощение на Марсе. Чем она там занималась? Изучением биоресурсов. Отлично. Благодарю вас. Значит, она была ученым, да? Который занимался изучением биоресурсов. Наверное, в земном понятии ученым. Благодарю вас.
Исследовательская душа. Хорошо, этот вариант ответа меня вполне устраивает и будет понятен и Ариэле. Именно это она и задавала в своем вопросе. Я перехожу с вашего разрешения к пятому вопросу, если вы закончили здесь. Я бы хотела рассказать. Пожалуйста. Про еще одну жизнь на Земле, раз уж архив открыт. Ариэла жила в Палестине. Какие это года были? До нашей эры. До нашей эры. Наверное, вы поймете, о чем я. Я понимаю, она была свидетелем библейских событий. Римские. Угу. Легионы. Секунду. Ее звали Ариэла. Вот как. Это ее имя значит из жизни, когда она жила до нашей эры в Палестине, правильно? Продолжай. Благодарю вас. С этим вопросом все понятно. Пятый вопрос. Уровень высшего я и какой процент негативной энергии я набрала в этой жизни? 11 уровень высшего я. Да. 26% негативной энергии. 26%. Благодарю вас, уважаемая Каролина, за этот ответ. Есть ли у меня дар целителя и как его развивать? Дар целителя – это так по-земному. Я отвечу, я это вижу. Пожалуйста. У тебя есть определенные энергии, твои родные энергии Арктура, управляя которыми ты можешь передавать эти энергии. Для определенных людей они лечебные, успокаивающие, поддерживающие. Научась управлять своими энергиями, наполнять себя, чувствовать их, ты сможешь помочь, излучая эти энергии. Это и есть лекарство, повтори. Целительство. Целительство. Или лекарство, как вы сказали. Но, безусловно, она сможет только тогда помочь, когда она в совершенстве овладеет этими энергиями, как их распределять, как их чувствовать. И нужно понимать. И даже как их нужно понимать. А у Арктура очень сильная энергия. Если еще уважаемая Каролина объяснит, как выглядит ее родная энергия, какого она цвета, это помогло бы Ариэле визуализировать ее. Сама найдет цвет, который приятен. Конечно, все-таки 11 уровень высшего я уже располагает к тому, что человек в состоянии сам увидеть этот цвет. Мы здесь закончили, я могу переходить дальше? Да. Седьмой вопрос. Могу я попросить силу для преодоления трудностей и заблуждений? Если да, то к кому обращаться? К себе. Все же внутри. Преодолевать трудности ты пришла на землю. Так же, как и заблуждения и ошибки, на которых ты учишься. Мы говорили про это. Это твой багаж, который ведет к тебе к определенной цели. Пройдя ошибки и трудности, ты становишься осознанной, мудрее и сильнее. Нет такой силы, которая бы зашла и сделала тебя идеально знающий следующий шаг. Иначе нет смысла находиться на земле. Я лишь могу сказать, что понимание твоих энергий может привести к твоей защите и осознание следующего шага. Анализ и правильное решение. Вы закончили? Да. А еще есть тоже одна возможность, если вы позволите от себя добавить, это связаться просто со своим куратором и попросить совета. Это не было в вопросе. Этого не было в вопросе, безусловно, но просто такая возможность всегда есть. Хорошо, благодарю вас, уважаемая Каролина. Я перехожу к восьмому вопросу из 10. Как я могу помогать своим детям идти путем истины? В своем примере. Коротко и ясно. Благодарю вас. Девятый вопрос. Слушаю. Какие негативные черты характера мне нужно проработать или убрать? Манипуляция. Осознанный человек ее видит. Неосознанный страдает. Благодарю вас. И самый последний вопрос, 10. Как достичь истинной совершенной любви? Умереть и воскреснуть. Абсолютная совершенная любовь.
достигается из ничего. Нет определенных критерий, нет определенной дороги, чтобы достигнуть чего-то. Любовь, она внутри каждой души. Разжечь ее своим осознанием, разжигая ее, любовь убивает всю ненависть, непонимание, злобу, корыстные мысли и многое чего, что мы переживаем каждый день. Нет смысла переживать. Поэтому я сказала, что нужно умереть, перечеркнуть все, что ты знаешь, и просто любить, любить каждую секунду, любить то, что ты делаешь, находиться в том моменте, который ты переживаешь, воскреснуть как любовь. Ее нельзя достичь в том понятии, чтобы идти и достигать. Ее нужно чувствовать каждую секунду, знать, что она есть, и жить в этом состоянии. Какой красивый ответ. Уважаемая Каролина, вы отлично умеете, владеете нашей лексикой и нашли замечательные слова для описания всей этой ситуации. У меня просто нет вообще никаких вопросов. Мы с вопросами закончили. Если у вас есть желание активировать энергию Арктура или что-то от себя лично добавить вашей подопечной, это был бы самый лучший момент. Я лишь сгармонизирую энергию Арктура, так как я сейчас вижу, ареала наполнена ими и раздута. Да. Я соберу их стержень, который находится внутри тонких тел, энергетических полей. Оно живое. Этот стержень, он вибрирует и крутится, посылая вибрации по всему телу. Готово. Благодарю вас, уважаемая Каролина. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждый куратор, каждый учитель, который к нам приходит. У нас были не только арктурианцы, но и со всей нашей галактики. Учителя и кураторы, и мы всем дарили подарок из ангельских миров, первородные души. Все с удовольствием брали один определенный подарок. Это единственное, что у нас чистое на Земле осталось. Я не знаю, жили вы когда-то на Земле или нет, но если вы когда-то жили, вам это должно быть знакомо. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Большая корзинка. И мы хотим спросить уважаемую Каролину, будет ли она так любезно принять от нас этот скромный подарок, знак благодарности за нашу сегодняшнюю встречу, за эти мудрости, которые она донесла до своей подопечной, и просто за замечательную дискуссию, которую мы имели честь с вами провести сегодня. Я приму с благодарностью. Примите, пожалуйста, нашу искреннюю благодарность, уважаемая Каролина, от меня, от Веры и от Ариэлы. Я благодарю всех за эту встречу. Благодарим и мы вас. Желаем. Не забываем, не первый раз. Он всегда такой трепетный. Конечно. Я думаю, что мы будем больше общаться с Ариэлой. Я уверен, у вас этот канал уже стоит. И после того, когда ей уже ничего не мешает сейчас, и информационные каналы чистые, она сможет наверняка с вами связаться. А имя ваше она знает. Выстроит канал свой, находящийся внутри ее, арктурианский, напрямую к вам. И первый, кто ответит, это будет ее куратор Каролина. Благодарю. Благодарим и мы вас. Всего доброго, наилучшие пожелания Арктуру. И приводите своих учеников, подопечных, которые, до которых вы достучитесь. Именно это мы и делаем, направляем. Мы заметили, вы достучались, у вас отлично получилось. Благодарим вас, Каролина. Всего наилучшего, до скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Ариэла, как вам встреча с вашим куратором? Много сомнений отпало, силу внутри себя чувствую. Это и есть ваша энергия, родная, это сила. Арктур очень имеет сильную энергию. Работайте, думайте, расслабляйтесь, медитируйте, заправляйтесь энергиями, сбрасывайте негатив, как мы вам показали в этих сеансах, и все у вас будет хорошо. Ну что ж, будем возвращать вас назад, ваш биоробот, мы закончили работу. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Ариэлы в систему биоробот-душа.
заводим, подключаем ее каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Пошла синхронизация. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.